Ще з Миколаєм вас, пане Вілку. Олександр Вілкул, співголова фракції «Опозиційний блок», біля нашого центрального мікрофона. На жаль, я мушу почати з останніх не дуже приємних новин. За даними прес-центру АТО, 47 житлових будинків зруйновано і є 8 поранених станом на 23:30. Це ситуація у селищі Новолуганське, де сьогодні від 5 години вечора почався обстріл і де застосували вперше за багато часу системи залпового вогню «Град». У зв'язку з цим ми тут багато обговорюємо питання про закон стосовно деокупації, але також і вихід російських офіцерів, точніше їхній вивід Росією, зі цього спільного центру координації і контролю. Скажіть, будь ласка, ви бачите взаємозв'язок між цим обстрілом Новолуганська і тим, що росіяни забирають своїх офіцерів з цієї комісії СКК, яка поки що контролювала хоч частково припинення вогню? Прошу. Добрый вечер. Мы много раз говорили, что не бывает замороженного конфликта. Что чем быстрее будет закончена война и решены все вопросы, которые с этим связаны. Я напомню, что предложение вести миротворцев, это было наше предложение, это было мной озвучено с трибуны Верховной Рады зимой 2014 на 2015 год, тогда все от этого отказались. То это было бы лучше. К сожалению, ситуация есть, какая есть. Если есть конфликт, если есть военные действия, то рано или поздно они все равно будут переходить в открытую фазу. Значит, мое конфликт на Востоке. Потому мое мнение, что, конечно... Не, вот в этой ситуации, как вы думаете, чему обстреливают селище Новолуганське? Чому обстреливают? Звідки оцей момент використання градів навіть? Я не могу знать, почему обстреливают. Я считаю, что это огромная трагедия. И считаю, что пока не будут сделаны кардинальные шаги, в том числе введение миротворцев, то есть будет выполнен весь план. К сожалению, мы всегда будем заложниками таких трагедий. Ну так, а можно тогда домовлятися с такими людьми, которые делают вот такие вещи? Мирное поселение, обстреливают градами. Это катастрофа. Это катастрофа, которая есть в нашей стране. Война есть катастрофа, этот обстрел есть катастрофа. И чем быстрее будет решен вопрос с совместной резолюцией Совбеза ООН и введены миротворцы, тем быстрее не будет таких ситуаций. Еще одна. А на вашу думку, почему россияне выводят офицеров с центра контроля спильного? Выводят или не выводят? Выводят. Очень плохо, что выводят. А почему? Чему? Потому что... Ну вот если в какую стадию сейчас перешли переговоры? Да? Сейчас говорит переговорная группа, там, с одной стороны Волкер, с другой стороны Сурков. То есть Россия, безусловно, имеет огромное влияние на все эти непризнанные республики. Поэтому выход офицеров из этого центра, про который вы говорите, это очень плохо, потому что это был наиболее легитимный механизм влияния на ту ситуацию, которая там есть. Конечно, отрицательно. Дякую, пані Мусафірова. Скажите, пожалуйста, а вам, имея в виду депутатов, не страшно в такой ситуации сейчас уходить на каникулы? Вот я ничего не поняла относительно этого центра. Я читала такое, что российские представители из центра уходят, потому что с 1 января 2018 года изменен порядок въезда в Украину для граждан РФ. Они там якобы должны какие-то персональные данные представлять. Это такая официальная версия, что на самом деле непонятно. Недели две назад Министерство обороны предупреждало о том, что будут провокации вооруженные. Провокации вооруженные есть, они идут по нарастающей. Я далека от мысли, что закон о деоккупации Донбасса остановил бы это все. Но он должен был бы принят тогда, когда обещали. Ситуация пролонгируется до следующего года. И народные депутаты, радостно взяв билеты, будут разлетаться в теплые края. По-моему, прекрасный шанс для оппозиции выступить, сказать: остановитесь, как говорил Виктор Федорович, никто никуда не едет. Коль скоро ситуация на Донбассе опять приобретает такие горячие очертания, останемся и примем все то, что примет Донбасс вместе с ними. Как вы считаете, логично? Я считаю, что в таких критических ситуациях Верховная Рада должна брать на себя ответственность. К сожалению, от ситуации на Донбассе
от вопросов, связанных с регулированием этого конфликта, Верховная Рада вообще самоустранилась по большому счету в этом году. Все ветки власти по большому счету самоустранились, но Верховная Рада должна брать на себя инициативу в этом вопросе. Не расходиться на каникулы, а наоборот проводить заседания парламента там, в Краматорске, то, что туда поближе, в Мариуполе, когда были проблемы. Да, надо ехать туда и заниматься в том числе решением вопроса, в том числе помощью людям. Оппозиционный блок готовый завтра предложить это парламенту. Не расходиться на каникулы, а работать. Зрозуміло. Смотрите, дякую. Завтра заседание Верховной Рады, так и будет. Дякую. А вы едете на Новый год никуда? Я на Новый год буду на Украине. Це чудово. Пан Полтава, мое запитание. Скажите, пожалуйста, на вашу думку, вы так сказали, какой-то там конфликт, а кто там кого обстреливает? Там бурятські шахтери обстрілюють, чи якісь, я не знаю, хто. І ви кажете, закінчити війну. Закінчити війну можна двома шляхами. Або виграти її, або програти. По яку границю ви хочете віддати Росії і Україну, щоб закінчити нарешті цю війну? Понятно, по очереди. Отвечаю на вопрос. Тобто, должна бути встановлена територіальна цілісність України. І Україна должна контролювати... Я отвечу. І Україна должна контролювати Украина-российскую границу. Сейчас, по-моему, заинтересованы в окончании этого конфликта по тем или иным причинам практически все стороны. То есть Волкер, я считаю, что его надо во многих вопросах сейчас поддержать, да, он говорит правильная вещь, заинтересованы. Мы видим, что звучат уже какие-то формулы, попытки договоренности в этой двусторонней контактной группе и со стороны России. Почему? Потому что введение миротворцев должно быть проголосовано Совбезом ООН, а без согласования с одной стороны Америки, тех, кто ее поддерживает, с другой стороны России, тех, кто ее поддерживает, не будет результативного голосования в Совбезе ООН, потому что даже один член его может заблокировать это решение. Это позитив. Постоянно Европа говорит об этом. То есть я считаю, что Россия тоже хочет найти какой-то механизм, выйти из этой ситуации, в том числе из-за санкций, в том числе из-за международного давления и так далее. И я думаю, что сейчас самое время Украине брать инициативу в свои руки. К сожалению, слишком большое количество людей, которые есть в том числе в парламенте, есть у нас такие партии, не хотят этого делать. Потому что это, во-первых, продолжает их политическую жизнь. Во-вторых, слишком многие сегодня зарабатывают на войне. Поэтому это большая проблема, которая есть на Украине, которую надо решать. Кто обстреливает? Нет. Если это вы говорите, это если это со стороны ЛНР, то, конечно, ЛНР. Что такое ЛНР? Кто там? Це шахтери просто. Я хочу зрозуміти, іде конфлікт між якими сторонами. Це Росія, Україна чи місцеві ополченці, чи хто це? Ви маєте на увазі, це російські війська чи не російські? Я хочу почути думку. Я не хочу відказувати просто. За три роки війни вже треба зразу чітко відповідати, що є агресор Росія, є російські війська, є російська техніка, як мінімум. Чітко відповідаю. Для того, щоб, як мінімум, закінчити цей конфлікт, значит, необходимо разобраться, что там происходит. Это многослойный пирог. В том числе, это Украина-Россия, то, что вы сказали. В том числе, там живет и находится сейчас больше 4 миллионов граждан Украины. В том числе, это и наднациональный конфликт, к сожалению, между геополитическими огромными мировыми игроками на украинской территории, которые между собой воевали в Корее, во Вьетнаме, там, в Сирии конфликты. К сожалению, это сегодня происходит и на Украине тоже. Вот для того, чтобы прекратить этот конфликт, надо понимать многословность этой ситуации, и заниматься ее решением во всех стадиях. И без Европы, и без Америки, и без согласия Украины и России этот конфликт не будет закончен. Пане Магда. Олександре, у меня такое питание не військово-політичне, а, власне, людське. Оскільки гібридна війна, яка триває на Донбасі, попри обстріли і все, це насамперед війна за нашу свідомість, за наші мізки. Звідси випливає питання. Як ви ставитесь до утворення в Україні помістою, незалежною від РПЦ, православної церкви? Дякую. Я вважаю, що у нас є українська православна церква. Это первое. Это первое. Нет, Украинская православная церковь. И считаю, что те, кто поднимает сейчас, вот как вы сейчас его поднимаете, вопросы, связанные с религией, что правильно, да?
протестанты, католики, Украинская православная церковь или Киевский патриархат, вы давите на больные педали, такие мозоли, которые есть сегодня в Украине, и раскалываете общество. Я считаю, что сейчас надо объединяться вокруг других ценностей, а не искать противоречия религиозные, противоречия языковые, противоречия территориальные и все остальные. Я не хочу отвечать на провокационные вопросы, которые раскалывают Украину. Доброго вечора. Я відношусь до такої ортодоксальної політичної школи і звик до того, що політика формується на базі економічних питань. І у цьому контексті в мене наступне питання. Ви були одним з тих політиків, які вимагали підвищення заробітної плати до 5 тисяч гривень на місяць. Але, вибачте, звідки брати гроші? Є декілька концепцій. Одна з цих це відкрити можливість залучення іноземних інвестицій до сільського господарства. Наступний варіант – це так звана нова індустріалізація. Але, враховуючи те, що 2016 року зростання промислового виробництва склало тільки 0,5%, цей сценарій не виявляється наразі доречним. Які пропонуються наразі вашою політичною силою шляхи дійсного забезпечення 5 тисяч гривень мінімальної зарплати? Дякую. Значить, очень ёмкий вопрос, і спасибо, що конкретний. Я почти 20 лет проработал в промышленности, от рабочих должностей до руководителя, и всего 7 лет в политике. Поэтому мне легче отвечать на конкретные вопросы, а не на философские. Я позавчера был в городе Каменска, это Днепродзержинск, на Днепродзержинском медкомбинате, который за последние 4 года из-за войны и бездарной экономической политики власти, только ЖД-тарифы были подняты на 72%, в 4 раза уменьшил производство металла, а этим летом, ну, летом и немножко осенью, вообще 4 месяца простоял. Огромное металлургическое предприятие, на котором работает больше 10 тысяч человек. Какая в этой ситуации, когда вот предприятия базовых отраслей останавливаются, именно из-за политики власти, может быть вообще промышленная политика? В нашей стране 4 года назад, в нашей индустриальной стране, 4 года назад было упразднено, полностью расформировано, разогнано Министерство промышленной политики. Этим занимается какой-то департамент в Министерстве экономики. И задают вопросы, чтобы отвлечь людей. Там, заявление необходимо делать. Какие церкви правильные? В то время, когда у людей нет нормальной зарплаты, нет нормальной работы, нет достойной пенсии, когда тарифы повышают. Он на газ уже 8 раз подняли тарифы. Когда каждый день растут цены на продукты питания, вы задаете вопросы про церкви. В сторону надо убирать вопросы про церкви, заниматься экономикой. Теперь, если вы говорите про закон о госбюджете, который я критиковал на 2018 год, что есть в этом законе? Есть увеличение на 70%, это миллиарды финансирования администрации президента, финансирования кабинета министров, финансирования аппарата Верховной Рады. Больше чем на 50% опять идет финансирование, увеличение финансирования прокуратуры, увеличение финансирования полиции. То есть, а за вот эти 3 года это больше чем в 3 раза они себе увеличили финансирование. То есть они не пострадали, они себе полностью инфляцию компенсировали. В то же время, когда людям кинули какие-то копейки жалкие на повышение заработных плат и пенсий, которая сразу же съела инфляция. Значит, каким образом можно увеличить реально социальные стандарты, так чтобы это почувствовал на себе реально каждый человек? Что я предлагал в бюджете на 2018 год? Фактически мы свой вариант бюджета предложили. То есть первое, оставить финансирование чиновников и силовиков хотя бы на уровне 2017 года. Мы не говорили про снижение. И эти деньги отдать вот сюда, в социальный блок, это первое. Второе, принять наши пакеты законопроектов, направленных на поддержку экономики, направленных на поддержку промышленности. Чтобы лучше работали предприятия, соответственно, предприятия платили налоги в государственный бюджет, и это тоже является источником для повышения социальных стандартов. То есть мы предложили очень сбалансированную модель. То есть с работающей экономики плюс хотя бы с не повышения финансирования чиновников и силовиков
отдать деньги на минимальную зарплату 5 тысяч, минимальную пенсию 3,5 тысячи. При этом проводя жесткий контроль цен, это то, что убрали в прошлом году и сразу цены на все рванули, особенно почувствовали там хлеб, яйца, многие, ну, то, что раньше социально хоть как-то пытались сдерживать. Следующее, контроль, жесткий контроль тарифов коммунальных. Но если у нас 1700 гривен максимальная цена украинского газа на скважине, а продают его людям по 7000 гривен, куда идут эти деньги? Да всем понятно, куда они идут. Поэтому мы и говорим, что после победы на выборах мы снизим тарифы в два раза, потому что мы понимаем источник. Вот наша именно экономическая программа полностью, ну, сбалансирована и посчитана. И под все есть решение, и под все есть законопроект. Дякую, пане Заблоцкий. Дякую. Пане Вілко, спочатку дуже коротеньке, просто зауважив, що під час виступу відвічі сказали «на Україні». Я хотів все-таки вас уточнити, як правильно, в Україні. Що, в Україні? Дякую. Ніяких проблем немає. Вибачте. Вибачаю. Друге питання вас, власне, хотів спитати. Абсолютно чесно, з вашого боку, коли був більший рівень корупції за часів правління президентства Януковича чи зараз? Я скажу чесно, що я відчуваю суттєво, що зараз набагато нижче, причому в рази. Це моє особисте відчуття, принаймні, з тих цифр, які я бачу по агропромисловості. Вона дійсно суттєво впала, але чи ви поділяєте цю думку, тим більше, що ви несете, принаймні, якусь політичну відповідальність тих часів. Але, можливо, більш цікаве питання, ви ж прекрасно знаєте такі корупційні... Не, чекайте, одне якесь питання, ну, бо ви оце останнє. Більш цікаве. Останнє. Назвіть корупційні схеми, які лишили зараз, тому що жодні виступаючи до цього не могли собі цього дозволити. З прізвищами. Слухайте, к сожалению, корупція на Україні була за всі 26 років незалежності. Если вы смотрите социологические исследования, как чувствуют люди, да, тут же ж ваша оценка – это ваше ощущение. Моя оценка – это тоже мое ощущение. Так, в том-то и суть, если, что зараз, да, значит, месте. Если спросить у людей, когда был больше уровень коррупции, то в социальных исследованиях 70% украинцев говорят, сейчас намного больше уровень коррупции. Наверное. Причем на везде этот проблемы. Уровень коррупции больше. Начиная от больниц, заканчивая там, школами, и там, традиционными налоговыми инспекциями, министерствами сельского хозяйства и так далее. Но если в этом году из той дотации, которая давалась сельхозникам, 90% получили агроолигархи. Вы что думаете, ее просто так дали или нет? Дякую, пане Вілкове. Олександр Вілков, співголова фракції опозиційного блоку парламенту, був гостем нашої студії біля центральної трибуни. Дякую, що знайшли час для нас. Полчаса назад наступило 19 декабря. Поздравляю з Днем Святого Николая. Навзаємно. Щастя, здоров'я, всім успіхів. Я вірю, що ми з вами будемо жити в нормальній країні. І вірю, що ми вместе її построїмо. Спасибо большое.